Уже в который раз наши талантливые земляки покоряют высокие вершины не только на своей малой родине, но и за ее пределами. С 23 по 26 марта в 7-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Чудо Востока» приняли участие ребята из хореографической студии «Карте» Дома детского творчества. Фестиваль проходил в Астане, в столице Казахстана. Несмотря на то, что в данном конкурсе приняло участие большое количество талантливых коллективов, наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и заслуженно получили звание лауреата в первой степени. Нашу студию представляли такие ребята, как 6, 7, 8 группы. Ребята в количестве 25 человек с хореографическими постановками «Карусель лета» и «Колыбельная». Заняли лауреатство первой степени и стали обладателем специального приза «Лучшая балетмейстерская работа данного конкурса». А также стали номинантами на премию «Артист» 2019 года, будет проходить в городе Санкт-Петербурге. Этот конкурс имеет знаковое место среди достижений танцоров. Благодаря профессионализму и искренней вере в победу, они достигли немалых высот. На протяжении всех конкурсных дней рядом с ребятами были не только опытные наставники, но и родители. Они изо всех сил поддерживали своих маленьких звезд. Мы были на 7-м небе отчасти, мы кричали на весь зал. Ну и, конечно же, мы были очень довольны результатом. Ребятам посчастливилось увидеть достопримечательности этого великолепного города, познакомиться с культурой другого государства. Ну и, конечно, эта поездка не состоялась бы без наших замечательных педагогов. Это молодые, активные, настоящие профессионалы своего дела, которые играют огромную роль в творческом и личном росте наших детей. Многие танцоры, несмотря на свой юный возраст, занимаются в студии большую часть своей жизни. Им просто нравится танцевать. Многочасовые репетиции не прошли даром. Талант ребят заметили и оценили по достоинству. Мы очень сильно волновались. И наши волнения сразу же превратились в радость, когда мы узнали, что заняли первое место. К этому конкурсу мы готовились очень долго. Когда мы узнали то, что мы заняли лауреат первой степени, мы очень обрадовались. У каждого танца есть своя история. Танцевальные постановки «Карте» всегда отличались образностью и многообразием движений. Руководители признаются, на все номера их вдохновляют сами дети. Так даже постановку «Карусель лета» дети не просто танцуют, а проживают, потому что в танце показывают самих себя. Хотелось бы поблагодарить наших родителей за оказанную помощь в организации поездки, а также особенно поблагодарить тех родителей, которые находились с нами на протяжении всех конкурсных дней. Выражаем огромную благодарность директору Дома детского творчества Салиховой Юлии Валерьевне и также директору племенного птицеводческого репродуктора Свердловский, это Грачеву Алексею Константиновичу, за оказанную спонсорскую помощь в нашей поездке. Спасибо большое! Эй, семья большая, танцевальная, крутая! Вероника Шипицына, Роман Власов, Камышловское телевидение.